Руководитель должен уходить в отставку, если его подчиненный осужден за коррупцию. Точки над «и» расставил глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кужамжаров на заседании Сената, отвечая на вопрос депутатов. Норма о таком уходе политического госслужащего с поста, прописанного в положении о прохождении госслужбы, и введена эта поправка была в прошлом году. Другое дело, примут эту отставку или нет. Отмечу, что к политическим государственным служащим в нашей стране, в числе прочих, относятся министры и акимы всех уровней. Более того, аналогичная норма, возможно, будет введена и в отношении административных госслужащих. Если у руководителя политического госслужащего кто-либо из подчиненных осужден за коррупционное преступление, и если приговор вступил в законную силу, то он должен подать в отставку. Но в случае, если этот подчиненный был назначен им, либо по его согласованию, отставка подается главе государства и в течение месяца уже рассматривается.